направлению к Луне стартует ракета, несущая первую советскую автоматическую станцию. Процесс познания мира непрерывен. Процесс его революционного развития продолжается. Мы сегодня по радио слушаем, как кубинцы поют о родине. С гор далеких Сьерра-Маэстро песни, как вольный ветер. Слышим «Патриа о муэрте» — «Родина или смерть». Слышим «Венсеремос» — «Мы победим». Повстанческая армия Фиделя Кастро вошла в Гавану. Первой свободной территорией Америки назовут кубинцы свой остров. Лишь километры Флоридского пролива отделяют остров Свободы от страны, которая присвоила хозяйские права на целом полушарии. Самая совершенная техника, богатства, текущие со всего света, жестокость, воспитываемая с детства. Здесь любые орудия для любого способа уничтожения, от обыкновенного убийства до глобальной войны. Здесь официальная политика с позиции силы. Вот оказывается, даже эта зловещая мощь не в состоянии вернуть на Кубу режим Батисты. Почему? В Африке рушится колониальная система. Еще две страны, Гвинея и Камерун, добились независимости. Алжирский народ продолжает борьбу. Фронт национального освобождения объявил о создании республики. В эмиграции сформировано временное правительство. В горах Кабилии жестокие бои. И Франция, имея полумиллионную армию в Алжире, заявляет о согласии на мирные переговоры. Откуда такая трезвость политики? Конго. Давно ли в Леопольдвилле расстреливали демонстрантов? Теперь Брюссель приглашает конголезцев за круглый стол. Император Эфиопии Хайле Селасия I с интересом осматривает цеха Уральского завода. Спускается в шахты. А почему британский премьер-министр Макмиллан
проявляет повышенный интерес к советским машинам, приборам, оборудованию. Вопросы года, вопросы века. На них ответил 21-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Ныне мир социализма оказывает решающее воздействие на весь ход развития человечества. В советской стране победил социализм. Удивительное преобразование страны Советов явилось примером самого прогрессивного пути развития и для стран социалистического лагеря. В 1959 году была проведена всесоюзная перепись населения. Создателями социализма могут быть, писал Владимир Ильич Ленин, только миллионные массы. Социалистический переворот может быть сделан только при активном непосредственном участии десятков миллионов. Но известно и ленинское указание о том, что мало декларировать право трудящихся на участие в общественно-политической жизни. Есть еще уровень образования, культуры, который обеспечивает это участие. Результаты переписи весьма красноречивы. Практически всеобщая грамотность. Этого нет ни в одной стране мира. Больше того, четвертая часть советских граждан с высшим и средним образованием. Статистики продолжали подсчет. На 10 тысяч населения 17 врачей. Даже в самых развитых странах их меньше. Этой москвичке один день. А уроженцу Новосибирска Скобневу 111 лет. Средняя продолжительность жизни в стране без малого 70. До революции она не превышала 32. Кстати, о долгожителях. Бежит Стайер Забелин. Позади дистанции от Пушкина до Ленинграда. Последние метры. Финиш. И вот цветы за рекорд долголетия в спорте. На 21-м съезде партия, опираясь на достигнутые успехи, провозгласила переход к развернутому строительству коммунизма. Первым крупным шагом должен стать 7-летний план развития страны. Он включает в себя не только план развития хозяйства страны, но и план духовного развития граждан СССР. Становится все более очевидным, что человек это основной капитал, что в многообразии проявления личности, в степени развития ее творческих способностей и заключается прежде всего подлинное богатство коммунистического общества. Герой нашего времени – это человек, щедро отдающий себя служению общему делу. И донецкий шахтер Мамай едет через всю страну к проходчикам Кузбасса поделиться своим умением. Ширится движение, начатое текстильщицей Гагановой, всем передовикам подтягивать отстающих. На лучших предприятиях рабочие борются за звание бригад коммунистического труда. Одними из первых завоевали право носить это высокое звание молодые бакинцы участка инженера Джафарова. Нынешнее перевооружение промышленности требовало от рабочих большой технической и духовной культуры.
Сама природа социалистического производства динамична, революционна, всегда устремлена вперед. Такой турбогенератор Харьковского завода может заменить полдня прогесса. На пассажирские линии вышли современные самолеты от юркой антоновской пчелки до крупнейшего турбореактивного Ту-114. В 59-м начали навигацию метеор и ракета, суда на подводных крыльях и новые океанские лайнеры. Работы наших ученых и конструкторов говорили о зрелости советской технической мысли. Одному из старейших создателей советских самолетов, академику Туполеву, была в тот год присуждена золотая медаль Международной авиационной федерации. Автор известных вертолетов «Миль». Его Ми-6 может перебросить в таежные урочища хоть целую экспедицию. Авиаконструктор Яковлев создал вертолет, который справедливо называли летающим вагоном. Отлично справляется и с такой вот работой. И даже способен заменить строительный кран. Под Ленинградом он помог быстро установить 32 фермы для крыши Екатерининского дворца, разрушенного гитлеровцами в годы войны. Из руин для нас и для будущих поколений возрождались прекрасные творения прошлого. Искусство всегда играло важную роль в идейно-политической жизни нашей страны. И каждый год прибавлялись произведения, расширявшие духовные горизонты современников. О балете «Ромео и Джульетта» Большого театра, который в тот год увидели и зарубежные зрители, английские газеты писали: «Мы встретились с тремя гениями сразу, с Шекспиром, Прокофьевым и Улановой». Искусство – мир чувств и размышлений. И оно в ответе за воспитание гражданственности и гуманизма. Об этом напомнил первый московский международный кинофестиваль, на котором высший приз получил советский фильм «Судьба человека» в постановке Бондарчука. Слово на прощание. Родненький мой.
Андрюша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете. Раньше ты так прощался, что ты меня раньше времени заживо коронишь. До самой смерти, до последнего моего часа помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул. Да, по-разному складываются судьбы. Это семейная фотография, документ величайшего мужества. Супруги Пузыч растят 11 детей. Это второй их подвиг. Во время войны в бою под Будапештом Анатолий лишился ног. Связистка Аня тоже. Но они снова с людьми и для людей. Интересная работа и много хороших детей. Разве это не счастье? И фотографию супруги Пузыч прислали Моресьеву с такой надписью: «В нашем гвардейском подразделении полный порядок». Об истоках нравственной силы советского человека очень точно сказал Константин Федин, возглавивший в тот год писательскую организацию. Почему наша страна в необычайно тяжелое время военных испытаний превозмогла их и вышла победителем? Думаю, потому что люди наши ясно видели свое будущее. Это первое. И второе, потому что каждый настоящий день они делали то, что этот день требовал от них. Важно уметь и в настоящем видеть приметы будущего. Вот она, всенародная кузница 59-го года, сбывшаяся мечта тех, кто в 26-м начинал индустриализацию страны. Вступает в строй одна из крупнейших в мире домен, Донецкая Комсомольская. Неделей раньше выдала первый металл ее сестра в Днепропетровске. Новые мартены, прокатные станы, электропечи. Ведущая роль в техническом прогрессе принадлежит электрификации. Перекрыта ангара в створе братской ГЭС в рекордно короткое время, за 19 часов. Кременчугская ГЭС, экспериментальная. Генераторы будут работать под открытым небом без машинного зала. Добыча ее выросла настолько, что одна Татария в состоянии снабжать ею всю Восточную Европу. Цемент, как известно, хлеб строительства. И как всякий хлеб, его выпекают. Вот в таких огромных печах, как на заводе в Душанбе.
Вся страна – неоглядная стройка. Растут и благоустраиваются старые города. Киевляне скоро получат свое метро. Длина первой очереди – 13 километров. Здесь будет 5 станций. В Москве строители метро связали центр с районом Фили и с университетом на Ленинских горах. Две новые линии. Новое, новое. Мы привыкли к этим словам. Мы привыкли к тому, что карты наши быстро стареют, не поспевают за тем размахом, у которого шаги сожжения. 500 новых городов появилось на наших картах за последние 20 лет. Вот этого города еще и на карте нет. Он строится под Новосибирском. Это растет город исследователей. Институт кинетики Сибирского отделения Академии наук уже заработали. Новый исследовательский центр руководит изучением ресурсов восточных районов страны. Ведь Сибирь – это половина нашей земли. Расстояние от Владивостока до Урала почти такое же, как от экватора до полюса. Не наживы, не славы ради, лишь бы славен, богат был край. Шли мы с компасом и тетрадью по тайге, по горам, с молотком, с мастерком в котомке, с картой рек и лесных дорог. Пусть по ней подведут потомки нашей молодости итог. Геологи установили, в сибирских недрах 3/4 всех запасов угля в стране. Его хватит на столетие. В строительстве этой дороги писали все газеты. Всего 100 километров. Но она дала заводам Урала Кустанайский железняк. Его здесь больше, чем в знаменитой Лотарингии, которой кормится чуть ли не вся металлургия Западной Европы. Еще одна дорога на Алтае – Новокузнецк, Абакан, с веткой на Абазу. Возле Абазы гора почти сплошь из железа. Ее назвали Абаканская благодать, а руде теперь открыта дорога к Донным Кузбассам. Сибирь уже снабжала страну рудой, алмазами, электричеством. Двадцать первый съезд партии принял решение, направленное на дальнейшее развитие сельского хозяйства. Цель – обеспечить потребность народа в продовольствии, а промышленность – в сельскохозяйственном сырье. Было положено начало укреплению материально-технической базы колхозов и совхозов. Введен новый порядок планирования. Восстановлен принцип материальной заинтересованности колхозников. Государство значительно повысило заготовительные цены на товары производственного назначения для деревни. В
59 году собрали более 7 миллиардов пудов зерна. Увеличилось поголовье скота. Из года в год росли сборы хлопка, а урожайность его стала самой высокой в мире. В тот год через пустыню пролегли 400 километров Каракумского канала. В районе Бухары было открыто крупнейшее месторождение газа. В 59-м его подвели в квартиры Самарканда. Семилеткой уже было определено, что газ из Приоралия придет в Ташкент, на Урал, в центр. В 67-м году его получат Москва и Ленинград. В топливной промышленности взят курс на преимущественное развитие добычи нефти и газа. Переориентировка топливного баланса страны сыграет в дальнейшие годы огромную роль в развитии всей экономики. Из Тюмени сообщили, есть березовский газ. Оправдались прогнозы ученых о том, что Сибирь – кладовая нефти и газа. Открытие этих запасов позже назовут открытием века. Уже вырисовывались контуры нашей большой химии. Она наращивала выпуск удобрений, новых синтетических материалов для всех отраслей хозяйства. Новые материалы, новые источники энергии. Давно ли мир атома был академической абстракцией? И вот он уже рядовой труженик и будет вращать турбины электростанции. Строится Воронежская атомная. А ученые уже обдумывали, как приручить термоядерные реакции. Как использовать подземное тепло, энергию океанских приливов, солнце. За рубежом с интересом встречали наши выставки, посвященные научным исследованиям. Особенно те, что рассказывали о мирном атоме. Выставки, международные встречи, симпозиумы, всемирные фестивали молодежи. Они сближали народы, служили делу взаимопонимания. Участники Венского фестиваля молодежи выступают за мир. Жители Дортмунда выражают свой протест против сооружения ракетных пусковых площадок. Граждане Франкфурта, Нюрнберга, Ганновера встали на антиатомную вахту. Нет бомбе. Им вторят японцы. Нет атомным подводным лодкам. А индийский народ не допустил, чтобы на его земле строились американские военные базы. Ему нужны иные сооружения.
Потому-то правительство Индии и обратилось за помощью к нам. Так вырос этот завод дружбы в Хилайской металлургической. Десятки предприятий строили мы в 59-м за рубежом. Посылали машины и оборудование. Помогали развивающимся странам обрести экономическую независимость. Достижения Советского Союза показывали, какими возможностями располагает социалистическая система и в мирном соревновании, и в защите прогресса. Наши вооруженные силы пополнялись образованными кадрами. Это новый выпуск военных академий. Советская армия надежно охраняла наши рубежи. Для наших ракет не существовало больше расстояний. Успехи нашей науки и техники удваивали наши силы в борьбе за мир и готовили новые шаги в освоении космоса. Одни ракеты уже помогали синоптикам, другие — биологам. И сам человек готовился к тому, чтобы сделать свои научные лаборатории беспредельные просторы Вселенной. Двенадцатого сентября мир узнал, советская ракета доставила на Луну государственный вымпел СССР. Не прошло и месяца, как третья космическая понесла к Луне межпланетный корабль. Его автоматика повернула объектив к невидимой нам стороне Луны и сфотографировала ее. И не случайно на карте рядом с кратерами Циолковского, Жюле-Кюри, Ломоносова появилось и море Москвы. Это был год смелых планов и мыслей, устремленных в далекое будущее.